Привет всех подписчиков моего YouTube канала. Короче, Мукбанг. Всех с праздником. Днем защитника Отечества. Давайте жрать. Всем приятного аппетита, кто кушает или будет кушать. Погнали. Кстати, кто еще не успел поучаствовать в этом розыгрыше этого бодибокса, вот оно еще видно, до 1 марта еще время есть, ссылку оставлю в группе ВК. Как я и говорил, розыгрыш будет идти по репостам, там всего лишь 10 репостов, поэтому кто хочет, может еще успеть поучаствовать. 1 марта, 8 часов, розыгрыш будет, кто-то его заберет. Бодибокс стоил 2000 рублей. Бодибокс, ну это как этот, питание идет. Один прием пищи заменяет с правильными калориями, офигенная вещь. Круассанчик. Напишите, вы любите круассанчик? Репосты, кстати, можете делать хоть с разных аккаунтов. Допустим, у вас есть 5 аккаунтов ВК, вы можете сделать с них. Если вы выиграете, то это будет считаться. Потому что группа у меня еще маленькая, поэтому у меня так можно. Вот блин.
Круассанчик и сгущенка вроде. Надеюсь, что он с сгущенкой. Что-то я не голодный сегодня. Небольшой любитель гречки. Давайте круассанчик я добью. Что-то все хавать не хочу сегодня. Больше гречки, конечно, а рис люблю. Давайте добьем красанчика. Ну, что такое пышный? Пышный красанчик. А не с вишней. Начинки что-то маловато. Что-то до фигни. Но начинки можно было бы и больше положить в такой круассан. Такой себе, если честно. Знаете, что я вообще думаю? Снять сколько я 7 перцев чили за раз, как думаете?
Ладно, все. Всем удачи, пока.